І покохав рибак блондинку, і виграли вони зірку плюс зірку, і потім жили довго і щасливо. Приблизно так Саша перекладає Каті зміст усіх норвезьких народних пісень. А про що ще співати, як не про кохання? Катя, де рибак? Я не знаю, я с ним не сплю, поэтому... А зря, если бы это было так, ты бы поднял его утром и на репетицию, ты бы приехала с ним вовремя. Если бы она воспринимала все кадры, за которые сделал рыбак, она бы тут уже не сидела. Саша, мы не общаемся. Слушаем мы разную музыку, смотрим фильмы мы разные. Отношение к проекту у нас тоже далеко разные. Добрый день. Микрофон. Должно быть какое-то обоюдное желание. У меня много было в жизни ситуаций, когда мне приходилось партнеров немножко тянуть за собой, быть таким, знаете, мужиком. И я принципиально в этом случае я не хочу так. Были такие тяжелые моменты и какие-то нервные срывы, потому что я пыталась как-то доказать, объяснить. Я пришла сюда не как, знаете, девочка на побегушках, которая пришла здесь просто ублажать Сашу. Я здесь как бы тоже играю какую-то роль. Иногда я уступаю, иногда я ее должен оскорбить и говорить, что извини, но эту песню ты некрасиво споешь, это я уверен. Но я очень честный, но тоже справедливый. Вот такое впечатление, что к этой жизни он не имеет никакого отношения к реальной. И вот он где-то там парит себе в небесах со своими проектами. Последние недели у меня совсем было слишком много, у меня... 5 разных шоу в 5 разных стран каждую неделю, и я уже понимаю, что я не Супермен. Я Бэтмен. Как бы плясать под дудку я тоже не буду, это не на мой характер. Может быть, если бы я знала это все заранее, конечно же, я, может быть, бы и не участвовала здесь. Я разочарована. Катя трималася і таки не витримала. Клюнула на вудку рибака. Тому тепер через гай напростець взяла своє дівоче серце і понесла рибакові. Олександр Рибак, Катерина Кузнєцова! Саш, ну що, знайшов кнопку? Ні. Саш, ну як її можна не знайти? Вона з лівої сторони вверху. С левой стороны вверху, да. А, в этой слевой, ага. Саша! Ну, нашел. Есть? Ну. Все. Окей, готова? Ну, давай. Готова? Да. Смотри, это для тебя научил. Det står en frihar ut i garen, mor lilla hau hau. Det står en frihar ut i garen, mor lilla hau hau. Hvor mange friere skal det få, men sin dotter da de ha? Hvor mange friere skal det få, du min dotter da de ha? Саш, подожди, я ничего не понимаю, о чем песня? Что ты понимаешь, норвежский? Я понимаю, что норвежский. Давай теперь я, хорошо? Слушай мою песню. Давай. Зелений,
журавлиною весною я понесла своє серце скрипалю. Это что, это еще ты поешь? Слушай, а ты играешь на скрипке, что ли? Ну, вообще? Ну, вообще-то, ну, занимался, да. Ну, ладно, больше не буду. Все с тобой ясно. Александр Рыбак, Катерина Кузнецова! Еще раз большие овации! Все, что пела Катя, мы все понимали. Покохала молодого скрипаля. А вот что ты там отвечал по-норвежски, мы ничего не понимали. А ну-ка расскажи-ка нам, пожалуйста, о чем песня? Песня норвежская о том, как мальчик влюбился в девочку, а потом стал парнем. Вот. Кем он стал? Потом он стал, Катя, парнем. Він тобі казав, про що він співає, чи ні? Він уже просто передбачив всі ваші стосунки. Там про сімейну життя не йде річ, чи ти просто не почав петь? Я думала, що пісня про животних, якщо чесно. Бачиш, це добре, що ми з'ясували. А то би ти вчасно відмовилися від цієї пісні. Ну що, українська, норвезька, майже мови побратими. Як вам цей номер, дорогі наші журі? Потап? Судя по всему, Саша сидел на порно-сайте. Он так весело спел норвежскую песню. А Катя сидела на сайте знакомств, и, по-моему, неудачно. Вот. И вот, понимаете, вот эта недосказанность между собой, вот это разделение двух песен, и не было между вами совершенно контакта, и непонятность номера немножко меня смутила. Очень хочется увидеть все-таки пару. Пару, которая дерется, влюбляется, переживает, но точно так же, как мы не можем передать цифровую любовь, точно так же у вас не получилась цифровая песня. Спасибо большое. Дякуємо. Ну, принаймні, через скайп познайомилися, а там, може, і заспівають дуетом. Руслана Писенко. Ребят, честно, ожидала гораздо большего зажига, чем увидела. С драматургией какие-то накладки. Ну почему? Ну, если у вас песня норвежская, украинская, пусть они поспорят как-то. Ну, хочется наблюдать за процессом. А так Катя спела хорошо, Саша спела хорошо, да? А пары пока нет. Спасибо. Верка Сердючка. Вы знаете, у меня, в отличие от Потапа, непонятность номера не смутила. Мне очень понравилась эта веселая вставка Саши. Потому что я также возле зеркала кривляюсь, когда у меня хорошее настроение. Ну, очень прикольный номер. Прекрасно. Вера, дякуємо. Лайма лайкули. Прекрасный дуэт. Два красивых молодых человека. Но Саш, ты должен следить за тем, чтобы... Катя чуть меньше пела, а ты чуть больше. Потому что так получилось, что у тебя это лучше получается. Дякуємо, Лайма. В будь-якому випадку ця пара приречена на успіх. Син рибака, донька футболіста йдуть як до березня весна у наше арт-кафе. Під ваші овації! Чудова пара. Він не розуміє, про що співає вона, а вона не розуміє його. Юр, ну мы же с тобой тоже говорим на разных языках, но прекрасно понимаем друг друга. А вот мы с тобой иногда даже на одном языке говорим, а все равно не понимаем друг друга. Встречай пару! Сейчас понял?
Да! Встречайте, друзья! Александр Рыбак и красавица, как вы назвали. Катя Кузнецова. Красавица и певец. Катя Кузнецова и Рыбак. Вы вообще верите в любовь цифровую? У вас были подобные опыты в жизни? У меня любовь на расстоянии, пока удачно. Ты как раз история про то, как мы нашли друг друга перед зеркалом. Попроси на норвежском 40. Вашу снель. Юра. Вашу снель. Спасай. Да, дякуємо вам, арт-кафе, а наше журі по-справжньому буде оцінювати половинки українську і норвезьку в одну оцінку. Верка Сердючка. Я сейчас вам поставлю, чтобы у вас просто было хорошее настроение, хотя номер мне не очень понравился. 10. 10, Верка Сердючка! Лайма Вайкули! Я обаятельному Саше и Кате, мое любимое имя. Но чтобы было справедливо, все же не самое удачное выступление, у них 8. 8, Лайма Вайкули! Потап! Ребята, очень хочу поставить вам 7 баллов. Очень хочу 7 баллов. Подумайся, вода, подумайся. А ребята не против, смотрите. Нет, так. Не, ну так. Он профессионал, давай. Ну, давай. Они силой мысли тебя останавливают. Ну, вы знаете, так хочется вас подстегнуть, так хочется, чтобы вы боролись. Поэтому поставлю вам 8. Не сдавайтесь никогда. 8 баллов, Потап. Руслана Пысенко. Короткий вопрос, ребята, вы хотите выиграть? Конечно. Конечно, хотим. Как? Еще раз повторите, пожалуйста, я не поняла. Я говорю, конечно, хотим. А давай вместе? Ты. Конечно. Конечно, хотим. А скажите, скажите, чего вы хотите? Скажите вместе, чего вы хотите? 10 баллов! Я ставлю 8. Раз вы даже вместе не можете сказать одну фразу. Все. 8 баллов Руслана Пысенко. Мы завтра будем заниматься и уже в следующий раз еще будет лучше. Спасибо. У вас впереди нелегкая неделя после таких оценок, но все равно мы вас поздравляем с этим выступлением. Спасибо. Спасибо.